Мы в скальной тропе, в пещера, в которую привела скальная тропа на берегу моря. Здесь вот знаменитое место очень. Здесь вот ходят туристы и гости города, такие как мы. И вообще здесь такое излюбленное место. Красивое. Оно немножко уже облагороженное, обустроено. Такие красивые скамьи. То есть здесь как бы синтез природы и благоустройства уже. Получается так. Такие пещеры, которые ведут вот такое все. Пещеры, которые с подсветками, очень красивые. Вот мы были в марте, когда вечером, здесь тоже очень красивые подсветочки. Вот. Выходим из скальной тропы. И сразу прямиком море. И вот это вот русалочка моя любимая. Моя любимая русалочка. И вот такая скальный берег. Скальный берег. Дальше идет скальная тропа вверх. И мы находимся в районе 6-го микрорайона. Вот здесь уже 6-й, 5-й. И она идет дальше. Вот так вот по склону, по обводкам идет к 1-му микрорайону. Там заканчивается. Вот такая красота. Кораблики плавают. Выходные дни. Майские праздники. Люди гуляют. Все очень хорошо. Погода прекрасная. Солнце. Нам прям вот просто посчастливилось. Ни ветра, ни дождя. Солнце, море. Море Каспий очень чистый. Каспий очень чистый.